Друзья, всем здравствуйте. Мы решили сегодня снять. Пап, ты не хочешь поздороваться? Добрый вечер. Добрый вечер. У нас сегодня вечер. Так, мы сегодня решили снять такое продукты. Сколько стоят продукты в Казахстане? На данный момент сейчас будет продукция с именно Магнума. Магнум, Казахстан. Кто бывал в Казахстане, они знают, что есть такой гипермаркет. Как в России Магнит. Как в России Магнит. Но в России Магнит, он так себе. У нас, не знаю, по крайней мере, по-астрахански я сужу. Ну, как Лента. Вот так. Здесь считается Магнум. По классу. Все, поехали. Вот наши продукты, которые мы обычно берем. Ну, которые мы обычно едим. Бывает меньше, бывает больше. Сегодня вот именно эти продукты. Так, поехали. В первую очередь масло олейна. Масло олейна, цена его. Сейчас папа будет нам диктовать цену. Я беру масло олейна. Там, ну, масло олейна у нас нравится. 483 тенге. 483 тенге. Все делим на 5,5. Сейчас курс 5,5. Рубли, да? Потом идет биос. Идет чай, идет. Фудмастер. Чай. Биос, посмотри, сколько стоит по цене. Это такой, как сказать, йогурт, ну, кефир сладкий, как этот. Господи, забыла название. Коктейль молоко клубничное? Нет. Биос. Так, чеки он идет. Кефир с Фудмастер. Цена его 485 тенге. Вот. Да, у нас папа будет по списку говорить. Я буду вам показывать. Давай, говори. Так, идет чай кенийский. 1199 тенге. 500 грамм. Очень вкусно. Я первый раз его взяла. На работе попробовала зеленый чай. Не понравился. Так, пошли дальше по списку. Конфеты Микс Макс. Конфеты Микс Макс. 677 тенге за 250 грамм. Там на килограмм было, получается, килограмм цена 2709 тенге. Акция на них была. После идет молоко буренка. Молоко буренка. 495 тенге. Его литр почти 2 литра. Дальше. После идет... Так. Здесь не только будут продукты, но и некоторые вещи. Форель живая речная. Так, форель живая речная. Получается 1308 грамм. Сумма... Там на 100 грамм было. В Инстаграме у меня, кстати, был сторис. Можете посмотреть. 100 грамм. Я уже не помню, сколько он стоит. Ну, здесь кило 308 грамм. Я говорю, зачем ты ему номер телефона? Цена его вышла 2747. Да. 7 дней готовить. Дальше. Хлеб городской 400 грамм. Так, хлеб городской. 250. Один хлеб 125 тенге. Два хлеба 250 тенге. Хлеб у нас стоит 125. Делим на 5,5. Дальше быстрее. Лапша мастер с тушенкой. Так, мастер чего? Вот это? Да. Мастерка?
Мастер. Так, мастер-кан, мы такие вредители еды такой иногда. Одна сколько стоит? 225. Одна штука 225 тенге. Дальше. Мука. Иногда я делаю рамьон. Мука, макфа. Так, мука макфа 2 килограмма. 489 тенге. 489 тенге. Угу. Напиток чай. Так, вот такой была акция. 3 фьюсти. Говори. 538 тенге. Вот за 3 это 583 тенге. За 3 бутылки. Здесь по литру 1 литр. Угу. 3 желания. Кетчуп. 187 тенге. Так, где он кетчуп? Вот он. 3 желания. 100. 187. 187 кетчуп обычный. Здесь по грамму 250 грамм. Да, печенье Орео. Угу. Все видели. Продукт молоко. Вот этот? Да, маленький. Это Алан взяли, он уже выпил. Ой, блин. Они по 748. Нет. Это не он. Так, это не йогурты. Это продукт молокосодержащий сыр. Мне нравится такой сыр. 748 тенге. В граммах здесь идет 340 грамм. За килограмм 2200. Но там была на них акция. Дальше. Бигбон идет. Говядина. Так, бигбоны. 202 тенге. 202 тенге это за одну штуку. Угу, дальше. Модель машины. Алан, где твоя машина? Ой. Короче. Которую мы тебе дальше покупали. Печенье Орео. Орео печенье. 289 тенге. 289 тенге. Дальше. Соль пищевая. Я взяла вот такую соль. Пищевая морская для салатов. 315 тенге. 315 тенге за 1 килограмм. Угу. Колбаски. Оздо. Охотничьи. Так. Первомайские колбаски. Здесь в граммах 436 грамм. 1046 тенге. Цена за килограмм 2399. Любимые такие папа, это у нас любит. Угу, дальше. Кефир Фудмастер. Вот это Фудмастер, о котором мы говорили. Кефир. 685. Он такой, как это? Ну, сладкий. Ага, как йогурт. Бананы. Чего? Бананы? Так, бананы. Цена. 816. Здесь получается 400. Сейчас я достану. 479 грамм, почти полкило, 816 тенге. За килограмм было 400 с чем-то, я уже не помню. Маша и Медведи. Маша и Медведи. А, вот эти Маша и Медведи коктейли. 278 тенге. Одна штука? Нет, две. 125. 100. Одна штука стоит 139 тенге. Ну вот и говори одну штуку. 139 тенге. Дальше. Рис натуральный. 365 тенге. Так, рис 700 грамм. 365 тенге. Майонез Махеев. Так, это майонез. На него была акция. 500. 529. 529. Здесь большая она, 800 грамм или 770 грамм. Тапочки детские, 799 тенге. Тоже акция. Угу. Коктейль молочный, Фудмастер клубничный опять. Вот. Он стоит 163 тенге. 163 тенге. Кукуруза натурелла, 299. Для салата я взяла. Тоже акция на них была. Колбаса Останкино. Папа может. 1068 тенге. А где ты ее папа видишь? Папа может.
Папа может. Поможет. Все угу. что угодно. Тысяча сколько ты сказал? 1068. Угу. Тут грамм, сколько здесь? Ну вот за 500 грамм. Фольга алюминиевая. Для выпечки. 426 тенге. Угу. Зубная паста стоит 367 тенге. Я беру вот такую пасту, мне нравится. Крем бархатные ручки стоит 445 тенге. Угу. Так, масло олейна подсолнечное стоит 483 тенге. Ну, вначале я говорила. Угу. Тряпка для посуды стоит 355 тенге. Угу. Шапка детская для мальчиков. Детская? Папа, ты себе ее взял. 899 тенге. Акция. Угу. Мыло дегтярное 450 тенге. Мы моемся тут дегтярным мылом. Угу. Доместос 545. Универсальный Доместос. Угу. Сок агуша яблочный мульт 219 тенге. Агуши нет. Все выпили. Угу. Тапочки мужские. Они на мне. Тапочки. Тоже 1299 тенге. Угу. Кондиционер. А, вот он. Укрепляющий сонные формулы. 785 тенге. Тоже акция. Угу. Антипреспирант Невея. А где он? А, вот он. Угу. 595 тенге. Угу. Полмесяца его не будет. Итого сумма вышла 22 749 тенге. Вот за все вот эти продукты. Все делим на 5,5. Курс 5,5 рублей. Если кто смотрит с Украины, все остальное на свой курс. Это все в тенге. Мы живем в Казахстане. Город Алматы. Так. Подписываемся на канал, кому было интересно. Ставим лайки. Делимся с друзьями, с нашим каналом. Нам будет очень приятно. Да, пап? Да. Вот. И масса всего будет в дальнейшем интересного. Скоро вообще мы готовим такую пушку на папин день рождения. На 22 ноября. Вот. А впереди у нас у Алана день рождения тоже будет влог. Тоже планируем что-то. Уже приобретаем немножко. Там отдельным чеком я набрала всякие свечи. Не стала сюда его включать. Как бы. Я хотела показать продукты, те, которые мы, ну, обычно едим там. Вот. Если вам понравилось, лайк, подписка. Мы вас любим. И мы рады, что вы с нами. И подписывайтесь на наш канал. Всем привет с Казахстана.